Очередная вылазка боевиков группировки «Исламское государство» в иракской провинции Анбар унесла жизни как минимум 23 военных. Еще 21 сотрудник службы безопасности получил различные ранения. Первое нападение радикалы совершили на мечеть в районе Аль-Джуба. В результате погибли 10 человек. Затем на том же месте развернулась ожесточенная перестрелка с силовиками. Погибли 13 военных. Если потери среди боевиков, не сообщается.